Всем привет! Сегодня 12 мая 2018 года. Мы находимся на свадьбе Иды и Алана. И прямо сейчас немножечко разыграем гостей, которые уже внизу собираются. У меня тут есть вот небольшой микрофончик. Вот он здесь. Вот эта камера сейчас превратится в скрытую. И посмотрим, как гости Алана и Иды будут реагировать на то, что мы будем с ними делать. Пойдем. Оформление так себе, еда невкусная, лучше бы я дома осталась. А у вас 10 iPhone, а нужен 10 iPhone просто. Ну, там просто хорошая камера, есть небольшое дело. Можно у нас на секундочку? А тема такая. Нужен просто хорошая камера. У нас просто так получилось, что фотограф, вот один здесь с гостями работает, а Ида очень хотела, чтобы у нее максимально быстро были фоточки декора зала. Чтобы она их могла тоже выложить. Сейчас я вас проведу в зал. Просто 7-8 фоток сделать там просто, как это все выглядит. И просто потом, скинуть. Не, просто, ну, я работаю как бы. Ну, мне надо быть пойдем, здесь. Пойдем. Все просто, это потом просто скиньте и все, и мы ей перешлем. И как бы, мы там выберем, симпатично обработаем и ее скинем. Она просто просила, а у нас как бы нет фотографа, да? Так просто. А, ну слушай, круто. Упс. Как тебя зовут? Дима. Спасибо тебе огромное за то, что ты отзывчивый чувак. Так. Мы тебя сняли на скрытую камеру чуть совсем. Оформление так себе, еда невкусная, лучше бы я дома осталась. А, просто такая история. Ребята уже сюда едут, а у нас церемония будет, ну, типа регистрация. Девочка, которая должна вести была эту церемонию, она, в общем, опаздывает непонятно где. И мы сейчас с организаторами, с Идой тоже подумали, что, может быть, вы проведете церемонию. Упс. Можно там типа какая-то импровизация? Ну, там есть текст, там просто, по сути, по тексту прочитать. А, давайте, конечно. Но я смогу его с телефона как-то. С телефона? Ну, просто выучить я его вряд ли. Не-не-не-не-не. Спасибо вам большое за помощь. Вы, главное, мне заранее принесите, если что. Это, что мы вам ничего не принесем, потому что мы вас просто разыграли чуть-чуть. Вот эта история? Да, чай. Да, включил? В общем, по одной фразе для фильма небольшой такой видосик. Я вот так держу, да, давайте. Можно? Да. Сегодня на этой свадьбе вы не услышите таких слов, как... Оформление так себе, еда невкусная, лучше бы я дома осталась. Сегодня все будет по-другому. Потом, знаешь, как давай сделаем, вот эту центральную оставим, а первую-третью уберем нафиг.